Всем привет! Меня зовут Алена, и сегодня я хочу показать вам, как сделать маленькие пионы. Бутоны мы уже делали. Для этого я буду использовать иранский фоамиран, розовый и оливковый. Я отрезаю 3 полоски фоамирана разного размера, делаю из них квадраты и вырезаю лепестки. Вот наши 3 размера лепестков, количество указано на экране. Мы обрабатываем наши лепестки. Первые, самые маленькие лепестки я просто скручиваю и утончаю их. Для обработки я использую круглые камни. У меня нет булек. Но если у вас нет камней или булек, вы можете также использовать что-нибудь круглое, что найдете дома. Второй и третий размер лепестков я ногтями обрываю по краю и тонирую масляной пастелью. Я просто нагреваю лепесток и придавливаю их на губки. Ну и начинаем склеивать наш пион. Сначала я склеиваю все маленькие лепесточки в одну кучу. Затем по кругу приклеиваем следующие лепестки. Все 7 лепестков я приклеиваю по кругу в один ряд. Ну и завершающий ряд – это большие лепестки. Но до этого я срезаю лишнее и начинаю приклеивать все лепестки по кругу.
Таким образом у нас получается небольшой пион, ну и делаем подклейку. Для подклейки вырезаю квадрат приблизительно 5 на 5 сантиметров и на глаз вырезаю чашелистник. Немножко его тонирую и нагреваю на утюге. Приклеиваю, и наши пионы готовы. Если вам понравились такие пионы, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. В следующем видео я покажу, как из этих пионов сделать бутоньерки. И не забывайте про колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео на моем канале. Всем пока-пока!